Всем привет! С вами Hi-Tech Mail.ru. Мы находимся на презентации новых часов Samsung GS2 и спешим поделиться с вами своими впечатлениями о новинках. На этот раз Samsung сделала ставку на форму. Это первые круглые часы корейской компании. Они появятся в продаже в нескольких версиях. Стальные часы бывают серебристыми или черными, а еще можно выбрать материал ремешка – кожа или силикон. Но поменять можно только кожаный ремешок, у которого обычные и всем знакомые крепления. По весу они сравнимы с недавно анонсированными Moto 360 второго поколения. Проводя сравнение с Motorola, скажем, что экран у американских часов больше, а у GS2 всего 1,2 дюйма. Даже у маленькой версии Apple Watch и то больше. Но Samsung добавил крутую фишку. Безель на часах крутится, упрощая пролистывание списков. И скажу честно, это удобно. А еще по часам Samsung можно звонить, и смартфон для этого совсем не нужен. Но, боюсь, в России таких часов мы не увидим. Писать сообщения на маленьком экране – то еще удовольствие, но выручает голосовой набор. Кстати, даже в этом шумном помещении часы хорошо понимают русский язык. У часов есть защита от пыли и влаги. Они следят за здоровьем при помощи встроенного датчика сердцебиения, заодно отправляя все данные в приложение S-Health. Нас волнует время работы гаджета. Корейцы обещают до 3 суток работы на одном заряде. А если включить продвинутый режим энергосбережения, то можно ждать большего. Но тогда мы смотрим на черно-белый экран вместо цветного. И, кстати, у часов есть беспроводная зарядка. А что по софту? Часы на Tizen, и тут есть все необходимое для жизни. Но надежды на богатый мир приложений нет. И да, с iPhone часы не работают. Мировые продажи часов начнутся в октябре. По ценам точной информации нет, она будет сообщена позднее. В этом видео мы поделились с вами нашими впечатлениями о новых часах Samsung GS2. Пожалуй, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.